Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь для того, чтобы пожелать вам хорошего дня, легкости, стройности и, конечно же, оранжевого настроения. А почему оранжевого? Потому что у нас сегодня стройная фишечка дня такого цвета. Морковочка помогает нам заботиться о зубах и, конечно же, помогает идти навстречу стройности. Потому что ей очень приятно похрустеть, когда хочется чего-то пожевать, и при этом много калорий мы не скушаем. Но все-таки, чтобы получить побольше бета-каротина, все-таки желательно есть морковку с чем-нибудь жирным, содержащим жиры. Например, вы можете натереть ее на терочке, добавить сметанки, немножко чесночка, трошки посолить, и будет отличный салатик. Ну, еще из морковки очень легко и просто готовится чудный маринад к рыбе. Той же я, например, ее просто натираю и чуть-чуть с какими-то приправами тушу на сковородочке. Гарнир к рыбе готов. Ну и, конечно же, суп оранжевое настроение, мой любимый, обожаемый. Ссылочку на него вы найдете под этим видео. В общем, используйте эту стройную фишечку чуть не каждый день, запросто. И никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, оставайтесь на связи и цепляйтесь за наш похудательный буксир. Всего вам доброго, пока!